Полезные для здоровья напитки и шейки. Добро пожаловать. И меня зовут Лазло. Думаю, каждого из вас иногда посещает чувство того, как тяжело начинается новый рабочий день. На такой случай хочу предложить вам рецепт одного бодрящего утреннего шейка, в основу которого входит низкокалорийный йогурт. Таким образом, он подойдет для тех, кто сидит на диете. Я добавляю в миксер легкий йогурт. Приливаю немного апельсинового сока. Конечно же, он стопроцентный. Затем идет клубника. И чтобы сделать его еще более волокнистым, я добавляю несколько кусочков целого апельсина. Всего несколько секунд, и мы получаем готовый шейк. Достоинство шейков в том, что они приготавливаются очень быстро. Даже если, проснувшись утром, мы обнаруживаем, что опаздываем на работу, всегда можно найти 3 минуты для того, чтобы насытиться витаминным зарядом. Пейте на здоровье и с удовольствием. Клубничный йогуртовый напиток, легкий йогурт, апельсиновый сок, клубника, апельсин. Когда в этом году я работал барменом в Греции, то научился рецепту одного освежающего напитка. В переводе с греческого его название означает «медовая сладость». Но лучше вы сами назовете его так, как вам больше понравится. Мы добавляем мед в миксер. И затем приливаем к нему молоко. В Греции его также готовят с йогуртом. Получается необыкновенно вкусно. Попробуйте сами добавить низкокалорийный йогурт вместо молока. Виноград. И апельсин. Кажется, получилось. И поскольку он уже готов к употреблению, не забудьте положить в него соломинку. И наслаждайтесь этим изумительным греческим напитком. Медовая Греция. 2 столовых ложки меда, 20 мл молока, 100 граммов винограда, половина апельсина. Я приготовлю еще один напиток с медом. Это будет не что иное, как медово-банановый шейк. После того, как я налил мед в миксер, я добавляю банан, выжимаю немного лимонного сока. Вместе мед с лимоном дают очень пикантное сочетание.
И, наконец, добавляем нежирное молоко. Потрясающе, наш шейк уже готов. А для улучшения вкуса я советую добавить в него один шарик мороженого, шоколадного и ванильного. И не забудьте про трубочку. Желаю вам насладиться этим шейком по полной программе. Медово-банановый шейк. 2 банана, 1-2 столовых ложки меда, 200 мл молока, лимонный сок, 2 шарика мороженого. Наш следующий напиток называется «Девственно-кровавая Мэри». Мне понадобится томатный сок, целый помидор, сельдерей, соус, табаско, соль, перец, а также вустерширский соус. Я заливаю томатный сок в миксер. Кладу в него нарезанный помидор и сельдерей. Отлично. Ну вот, кажется, все готово. Переливаем все в стакан. И по аналогии с тем, как я готовил кровавую Мэри, мы присыпаем соль, перец. Гурманы могут добавить несколько капель табаско, а также чуточку вустерширского соуса. И девственная кровавая Мэри готова к употреблению. Девственная кровавая Мэри. 200 мл томатного сока, 4 помидора, 2 сельдерея, 2 капли табаско, соль, перец по вкусу, вустерширский соус.